Всем привет, друзья! С вами Варчик. Наверное, первый раз записываю сначала голос, а потом буду накладывать сверху видео. Наверное, потому что тема видосика совсем к бою и вообще никак к какому-то обучающему контенту не относится. Все просто потому, что играть в World of Tanks стало невозможно. Абсолютно. Я не могу его вообще терпеть полностью. Я не знаю, как в него играть, где в нем получать удовольствие, где брать вдохновение, чтобы в это играть. Просто не понимаю. Бои отвратительные на любых классах техники, на любых уровнях. Особенно больше всего меня раздражает, что хуже всего и больше всего пострадал 8 уровень. Это сейчас такая пропасть адовая. Такое ощущение, что ты, когда в ангаре убираешь танк 8-го левела, он уже автоматически находится в лаве. И, в принципе, когда ты нажимаешь в бой, он оттуда не вылазит. Просто там барахтается и нормально. А на 8-м левеле... Что? Весь ангар прем-танков. Просто огромное количество. На которых я любил играть, получать отметки набивать и в то же самое время фармить серебро. Это, короче, за двумя зайцами. И отметку получить, и серебра нафармить. После чего можно было какой-нибудь тунчик купить, 9-10 уровень. Закинуть на него кучу голдовых там всяких ремок, аптечек, расходничков, снарядиков голдовых, допаечек и в удовольствие иногда поиграть на девятках-десятках. Иногда по просьбе некоторых людей на 7-й левел заглянуть. Вот, в принципе, и все. Сейчас же 8-й левел это вообще полностью можно вырезать от края до края и вообще лучше туда никогда в жизни не заходить и не играть, потому что это тупо фиаско. Льготные танки это были танки для расслабона. Сейчас же это просто танки, которые играют 100% боев с девятками. Вообще там даже восьмерок нету. Сделали еще хуже, чем в прошлом патче. Хотя раньше можно было спокойно на них иногда попадать вниз списка, чуть-чуть там пострадал, и потом по фанчику там с семерками, шестерками поковырялся, и ты чувствовал себя таким вот каким-то старшеклассником среди малышей. Врывался и направо-налево всех раскидывал жменями. Хотя, в принципе, там и параметры танка были занижены, поэтому можно было и от малышей пиздюлей грибануть, если заехать сильно жестко. Сейчас же получается, что ты попадаешься, вроде ты старшеклассник, но ты попадаешься вообще там в какой-то кромешный ад и сосируешь просто по КД все бои. То же самое и обычные прям танки. Кстати, их кидают лучше, чем льготные. Вообще пипец. Но при этом, при всем, они все равно почти все бои играют с десятками. Да, там в каждом бою есть восьмерки. Но, блин, помимо восьмерок есть еще девятки и десятки. Ну, такое, короче. Непонятно. Взяли, переапали какие-то прям танки. Остальные не особо там понаапали. Короче, опять баланс в одном месте. Еще у них фишка появилась у разработчиков. Менять ветку, на конце там ветки менять какой-то танк один на другой, выводить его в акционный, чтобы все быстро качали. Новый танк, два танка получил. А зачем? Непонятно. Нафига они нужны, эти танки? Просто это сделано не для того, чтобы улучшить баланс в игре. Потому что если бы это было для этого сделано, баланс бы улучшился. Баланс настолько танков убогий. Именно танков между собой, параметров. Столько имп и столько говна. Говна танков. Я еще не помню, чтобы столько было. Раньше все танки были, да, там один получше, другой похуже. Но они все были такими вот по параметрам средневатенько вяленькие такие. Они не переапанные, не было голдовых
там пробитий больших. Не было на 8-м левеле вот этих пробитий по 280, 250, там альфы по 500. Этого не было столько. Там если были большие пробития, то это был один танк, ИСУ. Сейчас там в кого не плюнь на 8-м левеле, особенно прям танки там, пробитие 250, 230, 280, там, альфа-чи там 400, 500. И при этом при всем остаются еще старые танки, которые тоже убогие как были, так и остались. Так их до сих пор ничего не делают. Целый год они тут апали, нерфили, переделывали. В основном апали, вообще не помню. И все равно куча танков имбы и остальные шлачина какая-то. Получается, что они вводят новые танки, меняя десятку на другую десятку. И некоторые там еще на протяжении всей ветки меняют, апают. Не для того, чтобы улучшить баланс, потому что баланс в жопе. А для того, чтобы увеличить якобы интерес к этой ветке, чтобы все начали качать, больше играть, больше проходить за свободку, за голду, ну и в таком духе. А зачем это делается, если это сейчас повысит онлайн чуть-чуть, а что будет потом? Карты там HD вроде делают, но, блин, когда их сделают, я не знаю. На этих картах играть невозможно уже. Ни одну из карт видеть не могу. Практически все карты один респ лучше другого. Попадая сразу в бой, еще бой не загрузился, ты уже видишь картинку карты, на которую попадешь. Ты уже представляешь, что если я попаду на один респ, все, победа, на другой отсосал. А ноль интереса играть. Бои, содержание боя ноль. Бои по 2-3 минуты. Только по флангу до позиции доехал, все, конец. Бой закончился. Содержание боя никакого. Абсолютно. Редко, когда случаются нормальные интересные бои. А ведь зачем мы заходим в игру? Чтобы насладиться геймплеем. Не уебические задания выполнять. Не еще какую-то срань. Эти конченые акции, 50 акций в секунду там. Просто триллиард миллионов заданий. Зачем? Я захожу в игру, чтобы открыть вкладку задания и листать ее до вечера. Я захожу в игру, чтобы насладиться геймплеем, чтобы мне было интересно, я получал какие-то ощущения положительные от игры. Но этого всего нет. Танки все переговнячили. Девятки, которые мне нравились, все пересрали. Да, там появилась целая одна девятка, прикольная, интересная. Конкуэрор. Пересрать все кучу танков, чтобы я их продал и купил одного конкуэрера и на нем играл все. А весь ангар прям танков. Десятки, на которых мне противно играть. Что с ними и со всеми делать? Это арта вонючая, которую переапали. Уже просто самому последнему тупику понятно. Даже самим артоводам некоторым. Не большинству и даже не половине. Ясно, что ее переапали. Потому что арта не животное, которое на ней сидит, а сама арта. И человек, который может кнопку нажимать, наводя прицел на врага. Всегда в топе по урону. А ведь картошечка заявляла, что это саппорт. А саппорт у нас что? Это класс техники, который помогает. Чем он помогает? Тем, что всегда в топе по урону убивает всех врагов. Это дамагер, дэмэдж дилер. ДД. Часто смотришь и у арты там, и у артоводов некоторых видосики они выкладывают у себя на канале. Урон по оглушению там около нуля, зато урона в топе по дамагу и там все развалено просто в соплях и в хламину просто. И все равно артоводы продолжают ныть, вот альта, 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 поднельфили, пнепернельфили. Просто такое ощущение, что они специально там ехидничают, угорают со всех. Как по нерфили арт. И миллион раз задавался вопросом, где получать удовольствие в этой игре. Раньше это было просто. Заходишь в бой, бои содержательные, продолжительные, ты можешь поучаствовать в нем и насладиться. Было содержание боя. Ты мог поменять, попробовать фланг, занять одну позицию, другую, попробовать так, этак. Был смысл сейвиться от арты. Сейчас сейва от арты стало очень мало. И люди, которые кукарекают, что ты не умеешь сейвиться от арты, просто безмозглые. Вот такие вот дела. Пишите в комментариях, что делать в этой игре. Как в нее играть, где получать удовольствие и что вы вообще в ней делаете. С вами был Варчик, играйте красиво.
Пока.